обычный блок с тросиком вешается. И досочка ставим. Надо поддержать. Катастрофа целая. Вот. А в межсезонье, когда вот еще лед только хрупкий встает, или когда наоборот тает уже хрупкий, естественно, как люди едут? Едут только на облачках по этой канатной дорожке. Здесь слово «безопасность» отсутствует полностью. Почему? Потому что все только на удачу. Ловкость, выносливость и больше ничего. Чисто личные физические качества. Почему? Потому что одному-то проехать хорошо, вдвоем проехать уже тяжелее. Плюс то, что и блоки срываются, и мало ли что может случиться, и оборваться там трос, веревка. Все это снимается, разбирается, складывается в рюкзак и домой. Сел также на ролике. Покатился и потерял равновесие. Соскользнул вниз, а высота там, вот если увидите, там 10 метров, наверное. Вот с этой высоты он упал вниз. Там еще стоял лед, там протоки, они промерзшие, и лед еще не растаял, твердая была поверхность. Сломал локтевую кость и сломал бедро.